должны как-то планировать свой бюджет. Неужели мужик такой скажет: блядь, родился пиздюк? Пусть, блядь, с нами в кровати спит, пусть нахуй в твоих этих башмаках ебаных ходит. Здорово, друзья, я уже делал реакцию на одну из видео Мараны Баттери, по-моему, даже два. И на одну из видео вот этой второй дамы тоже делал. Как ее зовут, я, к сожалению, не помню, но смысл в том, что она там рассказывала о том, что мужчина должен, а что нет. Точнее, критиковала точку зрения другого мужчины. Но чего еще точно не было у меня на канале, так это реакция на этих двух женщин одновременно. И еще и видео называется «Ты должен обеспечивать девушку». Кликбейтное название, мимо него я пройти не мог, поэтому сегодня смотрим Марана Баттери и вторая «Почему же я должен обеспечивать девушку?». Пока идет заставка, поставь свой лайк, как всегда. Поехали. То, что мое, это мое, а то, что его, это общее. Ну да, так и должно быть. Посудите сами, что нам, девочкам, надо? Реснички, бровки, точно, ноготочки. Что мужикам, блядь, надо? Подарил пену с носками на 23-й, он этим потом весь год пользуется. Ой, вот эта женская логика, которой пользуются многие женщины. Его деньги — это наши деньги, а мои деньги — это только мои. И, между прочим, думаете, такого не бывает? Это очень частое явление. Хотя мой опрос показал другое. Вот позапрошлое видео девушек опрашивал, и они говорили, что деньги им вообще не важны. Главное, чтобы человек был хороший. То ли они мне врали, то ли я где-то не там искал плохих девушек. По поводу средств личной гигиены мужчины, действительно, если ты обычный мужчина, как бы, и тебе не надо зарабатывать своей внешностью, и ты там не какая-то фитнес-звезда, скажем, то тебе вполне достаточно куска мыла, и иногда можно даже без шампуня обойтись. Собственно, я так иногда делаю, шампунь заканчивается, а мылом башку мылю и смываю. Я уже 4-й месяц без работы, так сложились обстоятельства, и пока не могу найти работу совсем, тем более лето впереди, у нас рядом с работой еще хуже, и вот все это время, пока я не работаю, муж не дает мне денег. Ну, почти не дает. Что за обстоятельства, блядь? Ну, почти не дает. Давайте сошлемся немножечко на то, что муж, в принципе, не обязан девушке, ну, женщине, своей жене. Это нигде не сказано, что он должен ей по факту давать какие-то определенные суммы. Сказано в законе, уговорено, что добытые средства делятся пополам. Но это распределяется на доход от бизнеса, на имущество. То есть на обычную зарплату это не распространяется. Все дело в том, что это сложно доказать, поэтому так. И дележка имущества начинается уже после развода, а не во время брака. И вот многие девушки, вот если вы сейчас, девушки, смотрите это видео, имейте в виду, что мужчина с вами делится своими деньгами исключительно из доброй воли, из заботы о вас он это делает. Он не обязан, но он делает, и за это ему можно сказать спасибо. Но если он не делает, называть его нехорошими словами не стоит. За квартиру, конечно, платит, еду покупает. То есть, тогда что, то есть как он раньше, блядь, за квартиру платил, еду покупал. У этой девушки, которая написала этот комментарий, я, кстати, вам, кто не понял, расскажу, что эти двое собрались здесь и читают какие-то комментарии на каких-то всратых женских пабликах, где женщины просто вот о своей слажной жизни кричат вот такие вот проблемы, что муж мне перестал давать денег. Он за квартиру платит, еду покупает и почти не дает денег. И вот лох какой, уходи от него срочно. Изверг просто. Блять, я не понимала вот эту хуйню, на свадьбу, блядь, не хватило. Сходите, блядь, распишитесь, если вы хотите. Это потому что ебанутые русские, я не знаю, как они там хотят отмечать шикарно, блядь, отметить, а потом жить, блядь, в коммуналке. Меня, блядь, бесит вот эта херня. То, что, блядь, свадьба должна быть обязательно роскошной. Там 20 гостей с его стороны, 50 гостей с моей. В итоге, блядь, все бухают просто. Я не могу это осуждать, это распространенное явление из нашего прошлого. Так было принято играть большую свадьбу, все родственники будут тебя уважать, все ли будут видеть, что у тебя есть деньги, хотя в селе и так все знают, у кого сколько денег. Деревня — это такая закрытая экосистема, где все друг друге все знают. А к чему я про деревню говорю? Потому что в нынешнем обществе это гуляние обширной свадьбы большой осталось в основном в деревнях, ну или очень богатых семьях. И приятно осознавать, что молодое вот поколение, не знаю, насколько молодое, вот эти две девушки выглядят молодо достаточно, понимает, что вот эти вот расходы, свадьба в кредит, это что? Что происходит? Свадьба в кредит? Вам жить негде, устроиться на работу нормальную не можете, по 15 тысяч рублей на человека на нас получаете где-то в периферии, что еще неплохая сумма. Давайте свадьбу играть на 50, 100, 200 тысяч, чтобы все вот окружные алкаши просто сбежались, нахерачились за ваши деньги или за деньги еще хуже ваших родителей. Просто гениально. Вот я не могу придумать ничего гениальнее, чем это. Знаете, как будет выглядеть моя свадьба? Она уже должна была быть, но в силу определенных обстоятельств я ее на год перенес. Я прихожу с мамой, папой и мамой, папой со стороны невесты. Мы расписываемся и идем домой. Профит, дешево и сердито. И обращу ваше внимание на то, что я могу себе позволить сыграть большую свадьбу, но я не вижу в этом смысла. Я хочу скопить скорее на свою квартиру своей мечты, на которую надо приличное количество денег. Пробовала с ним разговаривать на эту тему.
Он отвечает, что все, что мне надо, у меня есть. Такой идеальный муж. А слюнку пусти лишнее, мол, и без этого можно прожить. Но я же женщина, мне хочется всяких штучек. Видно, что вот эта Марана Батори, блин, мне так неловко обращаться по этому выдуманному странному имени к ней. Как ее на самом деле зовут, я бы хотел бы знать. Видно, что читает она довольно-таки плохо, ну ты соберись, нам же все-таки видео надо как-то заснять, да? По поводу комментария, женщина негодует, что мужчина не выдает ей на ее хотелки, на губные, на эти расходы разные. Девушки, я прекрасно понимаю, что жизнь девушки стоит дороже жизни мужчины, потому что девушке надо ресницы, надо губы, макияж, 9-ступенчатый уход за лицом, 12-ступенчатый за волосами. Вы понимаете, это все излишество, это все для тех, у кого есть богатый мужик. Либо сама девушка зарабатывает приличное количество суммы денег, но чаще первое, потому что девушка, когда сама зарабатывает, она уже тогда понимает цену этим деньгам. Все дело в том, что без этого можно обойтись. И то, что ты будешь выглядеть, скажем так, не так красиво, как и другие женщины в твоем городе, в твоей стране, так это сами же девушки и виноваты. Я уже много раз говорил, что вы рабы косметологической индустрии. Когда-то одна из первых девушек решила накраситься, когда-то кто-то, какой-то умный человек это придумал и решил ее накрасить. Грубо говоря, какие-то еще доисторические времена углем она глаза себе нарисовала, и другие подумали, я тоже хочу так, и пошли тоже углем себе глаза рисовать. А потом кто-то умный взял, придумал бизнес с этого. Решил выпускать уголь в коробках для того, чтобы женщина не ходила, не искала уголь, а просто мазала его себе на лицо. И вот современная косметологическая индустрия — это результат тех действий. Ты уже не можешь выйти на улицу не накрашенная, потому что ты в сухую в красоту проигрываешь другим женщинам, которые накрашены. Может быть, без косметики эта женщина-то и выглядит хуже, чем ты. Но с косметикой уже лучше. Собственно, ничего не поменялось, как я уже и говорил. Вы просто ступили на ступень выше, некрасивая стала средней, средняя стала высокой, высокая стала очень высокой, ничего не поменялось. Но деньги-то регулярно отчисляются, уходят на это. Причем сотни баксов в месяц. Я знаю, о чем говорю. У меня есть девушка, которой я покупаю косметику. Единственные штучки, которые мне хочется, это хуй побольше. Тогда это твой вариант. Ну, идеальная женщина. Насчет побольше, конечно, я не знаю, но это хорошо, что у тебя такие скромные потребности от мужчины. Это всегда ценится. Скромная женщина всегда в цене. В смысле? Тебе хочешь сразу несколько человек? Одновременно. Мне надо, чтобы было много, но в разное время. По сезону. Ну это же нехорошо, слушай. Я подумал, тебе хочется просто от своего мужчины только одного, но на самом деле ты же хочешь одновременно несколько. Нет, это такого не надо, нет. Таких в народе называют. Ну, примерно таким образом. Допустим, если у пары рождается потом ребенок. Я, конечно, понимаю, что люди тупые, но, блядь, Они сделали ребенка, да? Они же, блядь, должны как-то планировать свой бюджет. Неужели мужик такой скажет, блядь, родился пиздюк? Пусть, блядь, с нами в кровати спит, пусть нахуй в твоих этих башмаках ебаных ходит. По поводу того, что люди тупые, я тоже так думал одно прекрасное время. А знаете, что я создал потом? Да, это правда. А знаете, что я еще осознал? Что я такой же, как и все остальные. Я такой же глупый. Как говорил когда-то один кто-то, имя которого я уже не помню. Чем больше я знаю, тем больше я понимаю, что я ничего не знаю. Ну, примерно так звучала фраза. И с некоторых пор, наверное, несколько последних нет, я абсолютно полностью согласен с этой цитатой. Вся суть в том, что когда ты узнаешь что-то новое, это новое задает тебе еще несколько новых вопросов. Каждый из них рассветляется на еще несколько новых вопросов. Ты никогда, никогда не сможешь знать все. И человек, который говорит, что он знает абсолютно все, или что он умен, или что он знает достаточно много хотя бы, это глупый человек, как правило. Ты можешь быть специалистом и знать что-то в определенной одной конкретной области, ты можешь знать там все или практически все. Но не в целом мире, нет. Ни коляску нихуя ему не куплю. Она думает, это так будет происходить? А вот слушайте, то есть она не работает, она сейчас еще и такая заведет ребенка. Да, такая, типа, ребеночка планирую в будущем. И, типа, нахуя, если муж не может нихуя их обеспечивать? А я вам объясню, это просто не за инстинкты и так далее. Поработать. Пойти нахуй. Или пойти нахуй. Завести нормального мужика, немножко, знаешь, там, подняться, да, который... там, бровки, реснички, чтобы стала такая охуительная чикса, как вы прямо. Как кто? Как мы? Знаете, вот по этому поводу, что я могу сказать. Вот самый первый комментарий, очень говорящий. Та ситуация, когда сексуальная тёлка заводит себе стрёмную подругу, чтобы на ее фоне выглядит еще пи***е. Это, если вы поняли, говорится о вот этой вот Виктории, если я правильно помню ее имя. И тут все комментарии такие, вот обратите внимание, второй комментарий залайканный, 10% нор комменты, 90% про тёлку слева. Почему она похожа на крысу? Кстати, да. Я что-то не задумался, я думаю, кого-то мне напоминает животное, точно крыса. Я не в плохом смысле, но есть такое вот что-то от мыши, от крысы такое напоминает немножко, наверное, нос длинный, черт его знает. Посмотришь на Марану, будто в сказку попал, слева чудовище еще
двигаться. Ну, знаете, вот, друзья, почему вы даже в комментариях, даже не лично, вот, позволяете себе оскорблять, в принципе, неплохого вида девушку? То есть она, не сказал бы, что она уродина, не, ну, среднячок. Да, наверное, Марана Батори именно чертами лица с слегонца красивее. Ну, не сказать же, что та вторая уродина. Кроме того, вы не видели их фигуры. Возможно, первая занимается спортом, та, что слева, а Марана просто дрищ вот такой. Кроме того, я вроде видел ее в полный рост, вы там, мне кажется, на те палки не наброситесь. Ну, я могу ошибаться, если честно, я не очень помню. Раздельный бюджет в семье, это нормально? Всем привет! Девочки, очень интересно ваше мнение. Я тут спросила, потому что мне название. Лично для меня это ненормально. Я делал опрос недавно, еще раз повторюсь, где опрашивал девушек, нужны ли им деньги от будущего парня, мужа и так далее. Хотят ли они, чтобы он их обеспечил на 100%? И большая часть ответила, что нет. И они вообще говорили мне, что 50 на 50 они будут обеспечивать. Что, конечно, безработным он не должен быть, но обеспечивать ее, потакать всем ее капризом тоже нет. Ссылку оставлю для вас в описании, вот здесь подсказку, если не забуду. Поэтому можете переходить и смотреть мой опрос. Какого хуя, почему именно ваши романтические отношения должны как-то ваш карман делать, в общем? Мне кажется, для такой хуйни нужно изначально договариваться, чтобы не было вот этого, блядь, он мне не дает денег, нахуй, мне надо, блядь, губы накрасить. Вот эти две женщины не понимают, что из себя представляет брак. Это всегда было и до сих пор еще остается. Экономически выгодное сотрудничество. В США даже налоги, по-моему, меньше. Замужних семей. А если есть дети, то еще меньше. Грубо говоря, вы заводите вместе семью на взаимовыгодных условиях, и каждый решает эти условия для себя. Если женщина хочет искать для себя спонсора, который будет обеспечивать ее жизнь целиком, а она что-то за это должна будет отдавать, то она вольна требовать что угодно, что ей хочется, и предоставлять то, что ей хочется, и искать покупателя на свой товар. Если она очень красивая и хочет буквально ни хрена не делать, но чтобы ей давали деньги буквально за красоту, за то, что она будет предоставлять доступ к пирогу, то, пожалуйста, ищи. Если найдешь, дело твое. Я не одобряю, но, скажем так, это рынок, да? Рынок так работает. Если есть спрос, будет и предложение, и наоборот. В общем, они продолжают дальше описывать эту ситуацию, как они уже сыграли свадьбу. Это та комментаторша, которую она только что читала. Ну, наши две молодые героини. Потом на свадьбе свекровь деньги забрала себе, которые подарили. Нихуя себе. То есть, грубо говоря, они там на свадьбу получили свой подарок от свекрови деньги, а потом свекровь забрала обратно деньги, что-то попахивает пиздежом, нет? Кто-то где-то мне врет, по-моему, так не бывает. А если бывает, то это пиздец. А станция невесты, он разделил деньги пополам. Что это танцы? Станция невесты? Она мне стриптизерша какая-то, она станцевала. То есть дальше, если вы не поняли, был танец невесты, ей как-то напихали в трусы то ли деньги, то ли куда, я не понимаю, я не знаю, как это делается, я никогда не был на танце невесты. Но деньги жених поделил пополам, половину ей, половину себе. Слушайте, правильно, да, а женщина вот думает, что все должно отдаться ей, как бы. Семья делим пополам, правильно, я понимаю. Твоя же логика, женщина, да? Ну, то есть, собственно, той комментаторши, которая здесь это пишет. И там трусы понасывали, он же себе забрал. Он разделил деньги пополам. С кем пополам, блядь? С кем-то пополам. С тещей, блядь. Со свекровью, блядь. А, со свекровью, с гостями. Девушки любят как-то преувеличивать, иногда где-то прибирать, где-то что-то не то говорить. Иногда, когда я слышу вот всякие истории, потом я слышу истории с другой точки зрения. Да, наверное, это не только девушки, вообще, в принципе, люди. История с другой точки зрения выглядит совершенно иначе. Вообще, как можно с таким мужиком жить? Мужчина в первую очередь добытчик, и он должен... Мужчина, он должен. Я же за него замуж нахуй вышла, у него там список, блядь, обязанностей появился. А свекровь деньги подали на свадьбу забрала, так что она эту свадьбу спонсировала или кого она забирает? Читать научись, господи.